В общем, видео у нас прервалось неожиданно. В общем, понятно, что за мешок, какие в нем позиции. Видно то, что все платья, все футболки, блузки, платья и так далее. Все без износа, фирмы известные, размеры разные. Смысл дальше снимать я не вижу. Это будет слишком долго. В общем, пока мешок в наличии. Удачных покупок.